Добрый день, дорогие друзья! Видео, как запустить прямой эфир в ТикТоке. У меня уже было подобное видео, но сейчас у меня есть одна новость. Мне добавили эту кнопочку, про которую я рассказывал в предыдущем видео. Итак, открываем ТикТок. Сейчас мы зайдем в мой профиль. Я вам покажу, сколько у меня подписчиков, вы видите, 1463. После того, как я набрал 1300 подписчиков, мне добавили кнопочку «Стрим». Давайте сейчас проверим, как она работает. Вот видим, мы перешли, нажали на плюсик. И видите, у меня появился вот стрим. То есть я могу начать прямой эфир. В предыдущем видео я вам просто рассказывал, как она появляется. Но теперь она у меня есть. Давайте добавим название и попробуем выйти в эфир. Проба, так и пишем. Все. Начать эфир. Видим, вот мы вышли в эфир, 2, 1, 0, и пошли, как вы видите. С другим выйти, с другим ведущим или зрителем, ну, это не важно. Все, на этом, дорогие друзья, у меня все. Теперь вы подробно знаете, как выходить. Да, единственное, здесь условия, которые никто вам не скажет. Когда добавляет ТикТок самолично эту кнопочку к вам в аккаунт. На этом все. До следующих встреч.